Всем здорово, бандиты. Короче, я такой приехал с Луцка недавно, ну как недавно, уже 5 дней прошло. И в общем, меня отобрали, так сказать, на эстафету 4 по 400, тоже чемпионат Украины. И, как вы уже поняли, короче, говоря, завтра уезжаю в Киев. Там поснимаю, по-любому эта поездочка будет интереснее тоже. Что я, так сказать, это для вас небольшая новость, или скорее всего она для меня. Потому что я не ожидал, что я поеду. Вот уже думал, уже буду готовиться к следующему чемпионату, командному чемпионату Украины. Казалось, нет, придется ехать на этот чемпионат. Где мы находимся? Мы в Киеве вроде. Саюхай, с вами Иван. Иван Гейль. Где мы находимся? В Киеве. Где мы находимся? Где мы находимся? Мы находимся в Киеве. Где? На какую улицу? Этот везде фоткается. Короче, здорово, мы приехали в Киев на соревнования. Пацаны фоткаются. Опять музыка Ринстон дебильный, блядь. Ты шо? Я тут еще никогда не был, охеренно. Шо? Тупо новая. Ты шо ты дал на отвечаю? Ты тупо Виталя Дунь. Да не, натуре. Блядь, какой пароль у него? А чей это? Да короче, куда идем? Погнали вот туда своем. Да, идем. Пошлите с кладбищем. О, с каким кладбищем? Давай. Идет. Главный бегун. Шо? Дудь, за десятку покупаешься? За десятку? Дудь. Давай. За десятку рыбкой. Рыбкой. Ушел. Тут воды по щиколотку. Ты видел видос там, где пацаны отсюда? Я видел. Я ее на очки убили. Он умер? Нет. Не, он побил. Они позвоночники там все сломали. А Бумчик тоже. Он умер? Нет, он потом. Так что, идем туда или что? О! Стой! Андрей, иди сюда. Что происходит? Смотри. Короче, смотри, я тут встану. Вот, конечно, меня было видно, вот эти вот все раз... Короче, вот все не помогают. Я тебя могу возле каждого сфоткать, хочешь? Нет. Возле ка... Это моё. Да. Давай, фокс. Я тот. Ты что выгоните, отвечаю, блин. Дебилы. Ей парад. Отвечаю, такой цирк его. Шапитона. Только приехали, а уже начинаем угорать. Мы за Х, Сибай. За Х. Мы за... Беталь реально задолбал фоткаться, блин. У него этих фоток... Лашпед. Смотрите на него. Это просто рагуль какой-то. 17 тебе сюда. Рагу. 23. Бачу, трашер, бери из дохнуть. О, давайте кирпичами покидаемся. Сейчас как ёб. Манеж отстроим, блядь. Мы с Николаева. С этого момента... Чуть ноги не поломал. 400 метровик, блядь. Так, с этого момента мы обещаем, я обещаю, но это означает, что мы обещаем. Пацаны, мы обещаем? Конечно, нет. С этого момента ни одного мата. Ну я лично не буду. Не, ну что, пенсию вырезать было? Я лично, вот Дудник, смотри. Из этого, Дудник, становись. Из видео вырежешь, на. Давай. Бегун. Смотри. Часы пилят. Часы воруют. Воруют часы с ребенком. Они переставляют их, понял? Сейчас они почувствуют это. Стрелять. Они каждый час приезжают, понял? Это по-любому дичь бывает. А прикинь, они работают, кстати, они да? Они работают, просто что-то не так пошло или... Просто тряпку хотят украсть на металл. Тоф, а ну не улыбайся, братан, не надо этого делать. А ну сделай мне такую фотку. Сделай мне такую фотку его. Вот такую фотку сделай мне. И понял? Это знаешь, как маленький такой этот, блин, сегодня в выпуске. Да-да-да. Ты кидай камеру вниз. Вместе с ним. Пранк. Кто же словит камеру? Стояночка. Опа, обратно. Такой. И так понял? Кстати, можно будет... Эффекты. Поставить на замедленку и музыку там ставить. Да, вот такая музыка, он сыграется. Козлы. Давай по траве спустимся, да, на сранке. Ну как на санках. Да нет, что? Реально, мне напрягает, что камера портачит, что-то выключается постоянно. Ты будешь со мной спускаться? Куда? Да нет, еще нормально спускаться.
Сейчас посмотрим, где нас поселят. Еще придем. Да, прикольно. А ну, там надо меня вот туда надо бы сходить, парк, нахуй. Вот она бы меня на руки взяла. Такой балкончик. Нет, ты что, охеренно? Да? Охеренно. И такой моя, такая. Привет. Фейс. Да, круто, конечно, заехали в хату. Нормастик. Алло, не занимай мой койку. Блин, если я на тебя упаду, то не переживай. Ты там не пописи. Знаешь, где это? Нечаянно. Класс. С балконом точно пойди. Our lips, they tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed in my arms. У меня к вам вопрос, где мы находимся, Виталий? Здравствуй, тихо-тихо, страхуй. Да. Застрахуй, братуху, застрахуй. Где мы идем? Пацаношки, Виктория Константиновна, вы серьезно? Это не тронулся, это я. Нормально? А вообще все бредай. Паскуда. Да, я. Ну сок поснимать ничего. Короче, только мы поднимаемся вот. Вот девочки. Передайте привет. Вашему тренеру, который вас подписал. Подписывайся. Вот. Ну что? Сейчас гуляем. Хотим. И хотим залезть куда-то там, непонятно куда. Все нормально. Потом домой, потом за вещами, на вечернюю трешу и пошел, сука. Тихо. Ну, тут, короче, вообще трэш творится. Снимай нас, 303. Что, пьяная? Ты что, под напасом, че что? Иди, давай, я замыкающий, я тебя ловить. Да иди, я тебя ловить буду, не боись. Да, конечно, ты снимаешь. И что? Давай, вали. Да, мы это сделали. Сколько мы шли? Часа два сюда. Ё-мо. Еще подниматься, как стоим. Мы зря это сделали. Еще идти пешком, да? Она, блин, взялила меня, блин, на трусы вообще. Смотри, классно. Да, круто. Фоткай меня, где там школьник, фоткай. Ну что, как ощущение? Да, вообще, четко, уже на три. Не, классно. Первый раз в Киеве. Ты был? Ну, только проехал. Ты не был в Киеве? Нет, я только на вокзале был. Все. Молодец, что я от тебя сюда подошла, так бы спал бы сейчас. Да не спал бы я. Я бы. Да, жрал бы точно. Наверное, если не спит, то ест. Ну да. Очень хочется пить, блин. Ну, часа три не пили. Я еще и поел, не попил. А ты ж не покупал даже воду? Компот. Короче, никто ничего не покупал. О, водичка. Подожди, так ты за нее говорил? Да? Да. Пить зеленый? Вот там танк есть. Вон тоже снят. Труба воды на туре нет. Валим на танк. Погоняем. Чек танка сходим. Давай потеряемся и пойдем. Потеряемся по жизни. Вы по жизни потеряемся. Хочешь с нами потеряться и домой пойти? И водички купить. Подожди, а о чем мы ушли, а дети? Да Виталий там все дебилом. Короче, на танк погнали. Вали на танк. Украинский танк. А что там, пулемета не будет? Выровны тебя в Украине. А дай залезу. Да нельзя, наверное. Да как это нельзя? Да так. Да вон можно, ты что? А? Значит, можно. Полезли. Или на то давай. Это Т-шка, Т-шка. Там с пулемет. Вот тот, этот новый просто. Вот тот старый, это военный новый. Да, погнали на самолете. Там танк еще там хуй мне хер. Не, прикольно, новые танки. Ну, если бы оно что-то открывалось бы тут, а тут ни хера не открывается. Тупо. На ту, да, мы сейчас на самолет, короче. Че, все? Сейчас, походу, на технику посмотрим, если тут открыто, конечно. Завтра у нас соревнования, так что мы сегодня еще ходим, потом пойдем на разминку. Пожрать. Че? Там платно, походу, дурень. Я тебя насажу на пушку. На пушку. Смотри, прибежалась. Как собрался. На разминочку. Сейчас, короче, что-то поснимаем. А что ты будешь сейчас делать? Ускорение какие-то, да? Ну, я пару раз... Зачем это делать? 200 прокачу немного. Вон Андрей вообще хочет по 150, мы сказали. Да, пока там что-то есть. Я хочу, не ты, я сказал.
Не, мне, я 200, я мне ничего не говорил, я просто размялся. Все. И тут видон такой нормальный тоже. Это уже 200, это хочу, за 5 секунд. Это разминочное поле, если что. 25-26, прокатим? 26, там медленно. Это нормально, наоборот. Зачем тебе сейчас убивать? Мне 23-24 надо. Зачем тебе сейчас убивать ноги? Я не убиваю, это ну моя как разминочная. Это надо 90%. Уже размялись. Ну чё, не дал мне? Ты вообще еще не готовился, да, бежать? Я уже готов, мне башню рвет, пипец. Ну я бы сейчас тоже уже с удовольствием. Хочется бежать. Первое, второе! Ну только что легко 200 прокатил там. Ну, пробежал так легенько, нормально. Еще не было там, нет? Девочки, уйдите сюда чуть-чуть. Первая, вторая дорожка, аккуратно. Он бегут, бегут. Девочка, первая дорожка, девочка. Первая! Она не слышит. Обегай. О, видишь, тоже оступился. Тут кривые дорожки. 30 метров 50. Типа передачу тренировать. Так, я идем. Передаю Ваське, да? Так идем туда, вы все на одном, в одном месте принимаете. Леша. Ну да, точно. Ой, Лёша, бля, с кем я бегу теперь? Ты принимаешь на своей дорожке. Если мы бежим по третьей, то ты на третьей встречаешь его. Ну да. Такой именно. Я тебя зарежу. Вот. Такое себе. Я в первый раз бегу такую дистанцию. Плюс после болезни. Короче, тяжко. Все, ну я уже закумарился с ней базарить. Все. Сейчас меня заснимешь передачу. Окей. Только ты снимай вот так, ты ноздри снимай. Я повторяю, подписывайтесь к Валере на канал. Ставьте лайки, жмите колокольчики. Да, я пиарю тебя своей скоростью, я же уже говорил. Так что вот так вот, посмотрим. Что вы скажете свое оправдание? Как ты, животина, докатилась до такого образа жизни? Украина довела. Украина. Луст довел, блядь. Поехал 4 по 400. Первый раз пацаны бегут 4 по 400. Я в шоке. Все, идемте речь. Мне повезло, что я бегу 4-й этап последний. А что, это... Повезло. Да, ну а что, там первое, не надо ничего сходить никуда. Виталик лох. Виталик баран. Я ужасно хочу хавать. Алёша. Да, нормально. Людей мало, мне кажется. И на эстафете, походу, тоже будет мало. Слава Кмин. Ромслав. Славик. Сука, дебил. Надо будет сегодня по-любому гимн СС включить или, блядь, Украины. Или гимн России. Гимн России, да. Чтоб понял, все заснули. Да завали рот. Иди давай, шавка. Бомжар. Ты качок. Короче, раз собрание сейчас все разберемся. Продолжим. Короче, только пришел с разминочки, только покупался наконец-то, сегодня не купался, труп бамнул. Город нравится, кстати, прикольно, очень много, с чем мы полазили. Разминка тоже попробовали, эстафету, это нормально будет, все получается. Посмотрим, как завтра будет на деле. Сейчас, наверное, пойдем пошляемся где-то. Такое, чисто. Охерена, ночью еще круче. И фонтан четко видно. Людей до хера. Сейчас похаваем. Вот такая красота, короче, у нас с балкона вид у нас охеренный просто. Людей до хера, блин, я влюбился в этот город, походу. Столица, что вы думали? Смотри, иди глянь, Алена. Смотри. Охеренно. Сейчас фонтан будет работать быстрее. Если будет. Там уже все, походу, потух. Поздно ты. А я снял уже. Да, фонтан? Да. Дим, будет и пакет, дун! Дим! Там сейчас включится по-любому. Вон, значит. Сука, дядный, блин. Давай, снимай. Печальный. Не, четко видно, что. Ползем на стадик. Да, да, говори. Это то не тут заходить, наверное, ты что? Давай сюда идем. Блин, сейчас ищем, как зайти еще на стадион. Хер знает, где мы сейчас разминаться будем, короче, печально. Как ощущение? Это такое боевое. Будем сегодня выигрывать.
Еще до старта, правда, сколько? Часа два, наверное. До разминки. Да. Старт вообще в 2:50, а сейчас часу нет. Я сейчас пойду еще сладкого буду похавать. Да, ну, не знаю, постоянно, то я обрыгаюсь себе. Главное, яблок не покупать. Да, главное, надо спросить, как зовут продавца, если Саня, то не брать яблоки. Стадион, да, охеренный. Я на нем не был, так что... Бучик, смотри. Кого? Тебя? Зачем? Меня сейчас собьет машина. Там, та-дам. Ну как, пацаны, ощущения? Охеренно, короче. Тупо кайф, кайф. Ого, нет, говорю, круто. Ну то, что у нас, пацаны. У нас круче. Ну да. Движ такой, ты что? Ого. Мы через 10 минут уйдем разминаться. Знаешь? Все печально, все печально. Не, мне нравится, тут классно бегать. Опять немного волнуюсь, как обычно. А что это они бегут? Швед. Не, что за швед? А, все правильно, четверт. Шведку бегут. Пацаны пошли по своим делам. Сейчас будем уже идти на разминочку. Сразу забег посмотреть. Если кто-то его снимет, конечно. Установка, конечно, тут нормальная такая. И людей многовато. Как обычно. Интересная штука, короче. Я первый раз на эстафетах. Ты ездил хоть раз на эстафеты? Именно отдельно эстафет. Чемпионат Украины по эстафетам. Я первый раз еду. А наши где там? А? Короче, веселье начинается. Что там, сходил? Да. По делишкам. Конечно, пылесосит, да. Да, там туалет, видите, думал, короче. Он засасывает, да? Такая, думаю, она засасывает. Да. Прикинь, пукан за. Сейчас Виталий приходит и... Короче, пробежали мы эту фигню, эстафету, вроде бы вторые пробежали. Вообще мы бежали третьи, но говорят, что одну команду дисквалифицировали. Получается, чем получается, типа вторые. Ну, посмотрим, короче. Я где-то на видео на экране потом циферку напишу, какие мы там. Сегодня мы типа фоткаем. Сфоткало? Не, стадион реально крутой, конечно. Я представляю, сколько тут людей на футболе, какой тут гул стоит. Я ж никогда вообще на матчах не был. Тут он еще куча ступенек, короче. Круто, круто. Я, кстати, вроде пробежал 48,5, мне так сказали. Типа личный рекорд новый. Но это не важно. Классно. Тут вот тоже ступенечки. Слышишь? Андрей! Я попробую наверх подняться туда. Походи, время есть. Ты где делся? Подожди меня, алло. А! Погнали ее. Вот ты жулик. Смотрите, а, кайф. Я видел. А вот там охранник какой-то ходит. Круто. Ты что, я оглох на ухо?
меня рвотный рефлекс работал как. Точнее, так тяжело. Бежал. Как бежалось легко? Вот это кайф. Сейчас надо зафоткаться. Это побежал. Ты что, еще не набьялся? Короче, соревнования очень понравились. Сейчас фотка. Иду, иду. Ладно. Подумаю, повыше чуть. У меня уже рука затекла, держай. Смотри, да ты шо? Виталь! Я не... Это нам? Это нам кричат или нет? Кто вы подумаете? Да ты шо? Класс. Прикинь, в горку работать. Вон Виталий где? Где? Вот это сильно жестко. Ты не снимай. У меня такое ощущение, что сюда нельзя. Смотри, команда Украина против какой-то команды. Да. Слышишь? А там он... Там гонки на роликах, понял? Да. Они вокруг стадиона гонки на роликах стоят, нифига себе. Не, ну Киев, конечно, не сравнится, блин, с нашей Николаевой. Тут намного круче все. Но все равно. Сейчас надо реально пойти хавчик какую-то купить. Печенька, водички. Набухаться воды из живчика. Я реально сейчас живчика возьму 4 литра. Буду хлебать. О, идет, идет. Придурок, ты не устал? Киев! Ты такой глушь, мы на тебя орали, орали. Ты такой бомжара. Там мы ж тебе махали. Что, своих не узнаешь, паскуда? Работник. Да, после 400. Ты молодец, ты 51 секунды набежал, ты знаешь? 51 7. 51 2. 7. 3, 7. Ты радый, долбоёб? Там написано в блокноте 7. Долбоёб, ты радый? Я очень рад. Смотри, какая их движня. Лишний твой новый. А? Твои личные теперь? Если 2, то личные, если 7, то нет. Да, личный твой. Если 2, то 7, там 7 будет. Красава, это мы тебя... Ты первый, первый. Это видишь, это если... я начал на тебя вчера Порше навел, то что ты рыгался. И ты прям взял что-то. Спасибо, бро. Один я рыгал, походу? Да, пятишка. Да. У меня рефлекс, меня даже не я порубал. Не рыгал, у меня рефлекс. Итак, мы пробежали, мы молодцы. Второе место взяли, да? Я тебе вроде три, ну вообще пробежали третье, а сказали, что дисквалифицировал. Да. Что значит второе? У нас сторона чего? А? Чего? Потому что я крикнул, передали, да, чуть-чуть, короче, залезли. Я ж вижу, я тебе крикнул, стой! Так я резко стою так разлили. Вот. Короче, мы что, мы уже пробежали, мы призёры второе место Украины. Взяли, мы призеры Украины. Это моя маленькая цель, когда была. Боже, я призер Украины. Потому что я все не хочу. Я по юниорам был, призер. Вот. Чемпионом призер. Смотрите, где мы сейчас сидим. Это все просто супер, это божественный вид, серьезно. Смотри, вон будет матч Украина. Кстати, надо, наверное, по ИХИ скоро. Потому что реально сейчас горит. Смотрите, да. Ты видел, сколько ступенек там? Дай этот камеру. Ставишь это потом, что сейчас. Трэш контент. Я очень благодарен пацанам. У нас получился хороший коллектив. Вот. Мы поржали, но да. Вот. Мы будем работать, будем еще усерднее работать. Будем еще усерднее работать, чтобы выиграть в следующий раз. Фу, ребятки, как вам раздевалочка. Нехерово, да? Так? Плазма стоит, это что? Ты снял? Стоит.